Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 20.37. Решите графически систему уравнений. И в пункте А нам дана такая система. Y равно 3x в квадрате и минус 2. И второе уравнение Y равно 1. Для того, чтобы решить систему уравнений графически, нужно построить в одной системе координат графики обоих уравнений, найти точки пересечения. Вот координаты точек пересечения, их может быть несколько, и будут решением системы данных уравнений. Итак, приступаем к построению. Для того, чтобы построить параболу y равно 3x квадрат минус 2, нужно построить параболу y равно 3x в квадрате, а затем сдвинуть ее на 2 единицы вниз, вдоль оси ОY. Так. Строим параболу y равно 3x в квадрате. Ну, это парабола с положительным коэффициентом. Ее ветви находятся в области положительных значений y, а вершина находится в точке в начале координат. Поэтому мы отметим несколько точек. 0, 0, 1, 3 и 1, минус 1, плюс 3. Ну, достаточно этого. Мы знаем, как эта парабола выглядит. Выглядит она вот так. А теперь мы ее должны опустить на 2 единицы вниз. Тогда вот мы вершину опустили. И точки, которые мы нашли, тоже опустили вниз. Построим эту параболу и получим график функции y равно 3x в квадрате. 3x в квадрате. И минус 2. Теперь строим график по второму уравнению. Y равно 1 – это уравнение прямой. Параллельные оси х и проходящие через отметку y равно 1 по оси y. Вот это прямая. Теперь ищем точки пересечения. Вот одна точка пересечения, вот вторая точка пересечения. Координаты x первой точки – минус 1. Для второй точки – это плюс 1. Но по y у этих точек имеют одинаковые координаты – это 1. Таким образом, первое решение системы – минус 1, плюс 1. Второе решение системы – плюс 1, плюс 1. Ну, мы можем проверить, правильно ли найдено решение, и подставить эти значения в данное уравнение. Ну, подставляем в первое уравнение вместо x, подставляем 1. Получаем 3 минус 2 – 1. Правильно. Подставляем минус 1 – все равно получается 3 минус 2, y равно 1. Действительно, решение найдено правильно. Пункт Б. В пункте Б y равно 2 делить на x и плюс 1, и y равно 3. Так, значит, нам нужно вначале построить гиперболу y равно 2 делить на x, а потом сдвинуть ее на 1 единицу вверх вдоль оси ОY. Строим гиперболу y равно 2 делить на x. Задаем значение x положительное. Получаем положительное значение y. 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2 и 1, 2 по y 4. Так, получили первую ветвь гиперболы. Теперь задаем отрицательное значение. X минус 1, Y минус 2, X минус 2, Y минус 1, минус 4, минус 1, 2 и минус 1, 2, минус 4 по Y. Это вторая ветвь. Теперь мы эту гиперболу поднимаем на единицу вверх. Для этого мы каждую точечку отмечаем, ну, в данном случае на одну клеточку вверх, потому что у нас такой масштаб. Одна клеточка – это одна единица. И теперь через эти точки проводим ветви гиперболы. Ту гиперболу, которую мы строили, мы можем теперь удалить, она нам не нужна. А мы с помощью нее получили график функции y равно 2 делить на x плюс 1. И теперь мы будем искать точки пересечения этого графика с графиком второго, по второму уравнению. Y равно 3 – это прямая параллельная оси x, проходящая через отметку y равно 3. Вот это прямая. Находим точки пересечения. Точка пересечения 1, ее координаты. По x – 1, по y – 3. Значит, решением будет 1,
3. Пункт В. В пункте В система наша выглядит так. Первое уравнение Y равно минус 2х в квадрате плюс 3. Второе Y равно 3. Строим параболу Y равно минус 2х в квадрате плюс 3. Для этого мы вначале строим параболу Y равно минус 2х в квадрате, а потом поднимаем ее на 3 единицы вверх. Так, это парабола с отрицательным коэффициентом, поэтому ее вершина лежит в начале координат. Отметим несколько точек. Х единица, у минус 2, х минус единица, у минус 2, плюс 2, минус 8. Вот, минус 8 и минус 2 по х, минус 8 по у. Вот наша парабола. А теперь мы ее сдвигаем на 3 единицы вверх. Переносим каждую точку на 3 единицы. Так, так, и вот эти точки. Так, проводим через эти точки параболу и получаем параболу уравнение, получаем график параболы, соответствующий параболе y равно минус 2х в квадрате плюс 3. Теперь строим прямую y равно 3. Это прямая параллельная оси ОХ и проходящая через отметку 3 по Y. Ищем точки пересечения. Точка пересечения 1. Ее координаты 0, 3. Так, 0 по Х и плюс 3 по Y. И последний пункт Г. Y равно минус 4 делить на Х минус 2. Y равно минус 1. Так, чтобы построить график первой функции, строим гиперболу y равно минус 4 делить на x. А затем нам ее нужно будет опустить на 2 единицы вниз. Итак, задаем положительное значение. Получаем минус 4, 2 минус 2, плюс 4 минус 1. Так, и вторую ветвь строим. Минус 1 плюс 4 минус 2 плюс 2 минус 4 плюс 1. Теперь каждую точку опускаем на 2 единицы. Так, и получаем точки, через которые мы проведем ветви гиперболы. Y равно минус 4 делить на x минус 2. И вот теперь мы можем построить последний график y равно минус 1. Это прямая, проходящая через отметку минус единица, параллельная оси ОХ. Вот мы ее построили и находим единственную точку пересечения. Ее координата х минус 4, координата у минус 1. Таким образом, система имеет единственное решение минус 4, минус 1. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем сайте.